О, это твое? Держи. Да не за что. А, погоди, что-то голос знакомый. Ты мне голосовуху не скидывала? Это ведь ты? Ха, забавно, мы учимся в одной школе. Кстати, в жизни ты куда симпатичнее, чем на аватарке. Может, тебя проводить? Я знаю, где ты живешь. Откуда я знаю, где она живет? Нет, это ее только напугает. А, симпровизирую, походу. Иди, прием. Я на позиции. Отлично. А что там с Хэви? Задержан после уроков, как ты и сказал. Слушай, а ты точно видео удалишь? Не обманешь ведь? По статистике, обманутых мной учеников в этой школе равно нулю. А мне всегда интересно было, кто ведет эту статистику. Тс, они выходят. Жди сигнала. Как всегда, выходит одна из последних. И, как всегда, что-то забыла. Иди, она назад уйдет. Че, отменяется все? Нет, все в порядке. Она сейчас вернется. Оставайся на позиции, жди сигнала. Ладно, жду. О, я Ди, я умный, я красивый, я крашеный. Гей, Люсака, закон надо учить. Ага, они ага, спасибо, до свидания. Шмандавка. М***а ушастая. Почти на месте, готовься. Пошел. Пила! Чтоб у тебя рог в жопе вырос! Ну что за день? Это твое? Вот, держи! Вот пидор, а! Ди, давай его догоним, морду ему набьем! Какого хрена ты тут? Я думал, тебя задержали после уроков. Ну да, задержали. Только я не виноват был, мне подставили. Вот я и сбежал. Пойдем домой вместе, сейчас расскажу. Пойдем. Стой, голос какой-то знакомый. А ты мне голосовухи не отправлял? Точно, вот. Ди, темный принц, это ты? Мог бы просто да сказать, а не эту штуку мне показывать. Что это, кстати? Список покупок? Голос знакомый, ты мне голосовуху не кидала. Чувак, конечно кидала. Ты же первый мне свою скинул. Ну, привет. Короче, ну, Ди, в общем, это мое настоящее имя. Ну, раз уже встретились, может, прогуляемся до дома? А ты знаешь, где я живу? Да! Да откуда мне знать? Ди, с тобой все в порядке? Ты какой-то... Погоди-ка. А ты чё, стесняешься кого-то? Пошёл нахуй. Я живу в доме 63. Это напротив кладбища. Кстати, меня Лив зовут. А ты? Меня Хэви зовут. Я его брат. Значит, напротив кладбища? Ага. Надо будет там потусить. А мы живем в доме 18. Так что нам по пути? О, круто. Ну, пойдем. Ты идешь, темный принц? Иду. Шпиль? А мы его тотемом называем. Тотем? А почему тотем? Ну, он как... тотем. Несколько раз вот только там были. Если папа не готовит, то мама нам разрешает хлопнуть по лапше. У вас папа готовит? Слушай, а тебе удобно в таких ботах огромных ходить? Не, выглядят они, конечно, круто, да, только вот... Спасибо. Ну, вообще, да, к ним привыкли так. Я пробовал такие носить, когда Дио стали малыми, небольшими. А вот тут написано «Злая собака». Ну это пи***ешь, я уже столько раз сюда залезал, никакой злой собаки тут нет. Прикольно. Хэви, слезай. Зато когда... А, блин! А ночью, короче, кладбище закрывают, чтобы мертвецы не убежали. Ну да, они такие. Очень смешно. Я такой подлетаю, слева! Иди, короче, нож кидает! И мы, короче, вдвоем тимкилл сделали. Ну, что ж, вот и
Мой дом? Спасибо, что проводили. Очень много Ди, ты расстроен? Да нет, просто вспомнил кое-что. Он расстроился, потому что мы из-за тебя долго до дома добираемся. Ди, не вини ее, она не виновата. Что? Правда? Нет, неправда. Я... Ты всегда злишься, когда что-то идет не по твоему плану. Она твой план обломала? Да заткнись, ты уже мелкий враг. Ладно, я, наверное, пойду. Постой, я хотел тебе кое-что предложить. Помнишь, мы обсуждали новый альбом Omnium Gaterum? Так вот, у них скоро будет концерт в нашем городе. И мне удалось достать пару билетов. Хотя это было непросто, ведь их все расхватали за неделю. Пойдешь со мной? А как она пойдет с нами, если билетов только два?